интересно, они в церкви тоже будут барабанить? Еще не видел. Там шаманы заходят в церковь с бубном. Это удивительная страна. Ну что ж, посмотрим на это безумие внутри. Да, это круть шаманская. Перемир бы оценил. Бубны в церкви. Шаманы отступают со всеми бурнами. А вы что думаете? О, чудо! Вот Дева Мария продолжает теснить их. Изыдите отсюда. В процессии, изгоняющей шаманов, присоединяется священник, пребывающий в целибате. Потому что у католиков целибат, у священников вещь популярная. Вот. Дева Мария продолжает теснить шаманов, они отступают клуб ярмарки.
вслед за шаманами идут люди разных национальностей. Вот, например, идут перуанцы с перуанским флагом. Там идут другие разные народы и племена. Не только перуанцы здесь есть. Вот, например, там есть какие-то африканцы, какие-то еще другие прочие. Вот это колумбийский флаг, в частности. А это флаг какой-то африканской страны, вроде Сенегала. И все это идет все за Девой Марией, изгоняя шаманов из церкви. Блин, Велимир дорого бы дал за вот эти вот видения перуанского флага на фоне изгонения шаманов из храмов святых. И тут много-много разных флагов. Вот флаг, например. Ака паисес? Гватемала. Вау. Интересанте. Гватемала. А, это паис Пареса Йокановску. Это Украина. Да. А это у нас... Черт его знает что. Да. Украинский флаг тоже в толпе. Но, как говорится... Надо держаться от него подальше, чтобы, не дай бог, на войну не погнали. Ну, толпа людей. В общем, классная тема, мне понравился такой движняк. Не, прикольный праздник в деревне. Шаманы возвращаются с этими барабанчиками. Мария продолжает преследовать шаманов. Шаманы отступают. Дева Мария, святая церковь, понимаешь, непорочная, католическая. Она продолжает следовать за шаманами, сгонять их туда-сюда, гонять. Ну, а здесь идет продажа. Парагвайцев, перуанцев, все продолжается, вот, красота, всякие мусульманские штучки, там прекрасная мулатка, а тут перуанская еда, вот, здесь продают писко из Перу, потрясающе, круть. И снова шаманы ворвались в церковь, снова они в церкви, снова происходит это безумие, шаманы в церкви. Да, Велимира здесь явно не хватает. Вот он тут прикалывался. Веселуха. Ну, а я буду есть мое севиче, сяду здесь и буду жрать.